У Бобруйском районе развіталися з солдатом, останки якого знайшли у сьогоднім листопаде. Их откопали поблизу вёски Данила у мосту в часе осеньских полевых работ. Добро заховался медальон, и хутка пошуковики высветлили, что Василь Алешин, солдат рабочей селянской червоной армии, зник без весток еще у 1941 году. За тем часом ему было 26 годов. В Ульяновской области России знайшлися свояки солдата. Был простой человек, который жил в селе, работал на земле. Человек от земли. Он шел защищать свою родину и знал, что должен это сделать, и никаких у него попыток отступать не было. Россияне, яким свояки Алешина доверили забрать на родину останки солдата, наведали мясцовый музей и признались, что вельми хвалюются. Потому что прошло почти 70 лет, как родные нашли и узнали, где он похоронен. И сегодня в знак благодарности за то, что нашли именно на этой земле, мы передаем музей книги памяти. Сама подея была жалобная, коли узгадали у всех ахвяров Великой Отчинной войны, и одночасово радостная – солдат войны урэште знойдзе спачын у родной земли. После урочистой церемонии россияне на автомобиле повезли труну за 1600 километров, где у родном селе Алешина Кадышева отбудется похование. Когда находится какой-то человек, он возвращается на родину, это действительно счастье и для нас, и для родственников, так как, говорится, война никогда не закончится, пока не вернется каждый человек на свою родину. С Бобруйского района Илона Иванова, Денис Бутылин, новини регион.